Доброе утро, друзья мои. Как же у нас красиво, как же у нас тепло, как же у нас спокойно, как слышно море. Красивый вид, солнышко, жить хочется, вот женщина кормит кошек хлебушком. Замечательная погода, замечательное настроение. Иду сегодня с девочками рисовать нейрографику на мир. Что происходит, друзья? Что происходит в мире? Сколько жизни уходит каждый день? Разве это по-божески? Ой, мимо нас, все мимо нас. Дай Бог, чтобы все разрешилось, остановилось это военное действие везде, во всем мире. Желаю вам мирного неба и хорошего настроения. Я пошла, мои дорогие, пошла. Ну, какое морешко. Девочки ждут, где бабочка. Так приятно прийти первый раз. У меня очень плохая привычка, я это осознаю, опаздываю. Я всегда задерживаюсь, не опаздываю. Не знаю, как ее искоренить, но уже не получается. Всегда, всю свою жизнь я опаздываю, и мама мне всегда говорит, всегда торопит. Мама у меня, знаете, какой человек, она встанет за 3 часа раньше, приготовится. Я вроде бы стою раньше, но у меня не получается. Не получается. Я не знаю, в чем это причина, но я такая на расслабоне здесь, в Турции, если честно. Так по кайфу здесь жить, особенно заниматься любимым делом, тем, что я, чему я научилась. Вы знаете, я такая благодарная, оказывается, я жила по-другому совсем. Нет, я не говорю, что я жалею, что я стала медиком. Нет, это мое, но видно, я устала за свои 26 лет работы и заболела. Профессиональная у меня болезнь, позвоночник, да? И вот все, что происходило в жизни у меня, это было другое совсем. Сейчас совсем по-другому я живу. Совсем мне другие понятия произошли. Вот в моих плюсах Турции. Жизни, вот, рассказала о плюсах жизни в Турции, о моих переменах именно конкретно. Да, многое изменилось, все изменилось почти. Вся моя жизнь началась с нуля. Я очень безумно этому рада. Когда-то всегда трудно начинать с нуля, с чистого листа, но возьмите и попробуйте. У вас все обязательно получится. У каждого получается. Но нет такого человека, чтобы не получилось. Вы знаете, хочу вам рассказать, что немножко поумничать, да, и вам донести информацию. 93% из 100 у них страх менять что-то. Это такая статистика, это не я считала, это считали умные люди. 93% ищут во всем подвох, недоверие, боятся начинать. Боятся двигаться с места. А 7% те люди, которые рискуют, падают, поднимаются, но они заново начинают все с нуля. Вот к ним я отношусь, это точно сейчас. Раньше я относилась к 93%, а сейчас я отношусь к 7%. И, знаете, это естественно, да? Но если бы все в мире были богатые, тогда неинтересно было бы жить. И вот, мои дорогие, что я хочу вам сказать, что не выходите из этих 93%, пускай к 7% прибавляется количество, побольше нас. Не получится, делайте. Ведь вы имеете, мы имеем, я имею руки, ноги. Это самое главное, голова на плечах. И хватит тосковать, выходить с депрессии. Тому подобное. Недавно у меня была ситуация с моим
сыном, я его вытащила с депрессии клещами. Мне это стоило потери очень много энергии, но я такая счастливая, что это получилось. Так что, мои дорогие друзья, живите мирно, любите жизнь, и у вас все будет хорошо. И любите прежде всего себя. Что же вчера произошло? Я пошла, получила свою зарплату, и, естественно, я порадовала своих внучат, мамочку. Мне так было приятно сделать это. Ну, семью свою, они уже как распределят, уже это их право. Это самое великое счастье, когда ты можешь сделать, подарить радость людям. Сразу изменилось настроение, мечты и планы появились. Ведь это так приятно, и мне спокойно. Так что сейте кармические семена, если у вас есть такая возможность. Вам от этого только прибудет больше. И чем больше вы будете дарить, тем больше вы будете получать. А вот и мои девочки уже идут, будем заниматься рисованием. Какая идея мне пришла сегодня? Из слоеного теста сделать вот такие хачапурки. Вот. Раскатала чуть-чуть. Сыр положила вовнутрь. И присыпала сейчас в духовочку. Покажу, что получится. Посмотрите, какие красивые получились. Ашкему очень понравилось. Приятного аппетита, Ашкему. Так, а вот немножко я их передержала, но ничего. Будем кушать. Вот можно что делать с такого теста заварного. Слоеного, то есть теста. Господи, боже мой. Доброе утро, мои друзья. Хочу показать вам, какую красоту я каждое утро вижу. Как от этого настроения может не быть, скажите. А? Как? Вот этот цветок, кажется, умер. Надо его выбросить. Так, пошли дальше. Видите, у нас такой столик красивый. Светится он весь, переливается. А на этой стороне, смотрите, душа как радуется. Я перестановку сделала, видите? Видите, видите, видите? Эти вечером расцветают. Видите, видите, какой цветочек. Так, а здесь у нас вот что. Вот. Погода замечательная. Кто-то в парке плачет. Погода замечательная. Счастье, полное счастье. Соседка сколько настирала. Когда я выхожу на балкон, еле проснувшись, когда смотрю на вот эти цветы мои, у меня сразу просыпаюсь. Такое счастье. Такие вы халюси у меня. Светлана сделала здесь небольшую перестановку. Видите, как надо быстро мыть. Пыль собирается, мусор. У меня вчера была подружка в гостях. Мы с ней так хорошо сидели на этом балкончике. Вот. Вечером здесь супер. Вот такой красивый вид. Все светится. Парк, боже мой. Пошла творить, пошла теплую водичку с содой выпью, потом на йогу сяду, потом гимнастику буду делать. Я еще курс купила, какой-то супер лицо про. Так, новое лицо у меня был курс. Мюнин купила, а сейчас супер лицо про. Селфи надо делать и начинать курс. Ну все, мои дорогие. Сегодня мне нужно маникюр сделать, привести себя в порядок. Потому что у нас новости на платформе. Новые возможности. Было голосование членов сообщества DAO. Мы проголосовали за развитие.
И у нас появится очень много программ новых. Очень интересно. Так будет, такое быстрое развитие идет, потому что уже скоро все заканчивается. Заканчиваются бесплатные монетки и тому подобное. Все, друзья, пошла работать. Привет, мои дорогие. Посмотрите, какие красивые цвета. Цвета. О, боже мой, какие цветы. У цветов цвета. А я иду к моему куафёру подстригать свои волосы. И так случайно все получилось. Ходили к зубному доктору с мужем. Рядом освободились. И вот я решила, раз вышла, привести себя в порядок. Всем желаю прекрасного дня и хорошего настроения. Вот так я выгляжу сейчас. А потом посмотрите, как я буду выглядеть потом. До и после. Муж не захотел со мной идти. Говорит, что я там буду делать, ждать. Я говорю, отлично. Иногда надо же побыть одной. У меня столько дел, друзья мои. У нас такие новости на моем бизнесе. Хорошие новости. И вся в бизнесе, вся в делах. А если вы еще думаете, не думайте. А решайте что-то менять в своей жизни. Выходите из зоны своего комфорта. Вы можете жить лучше. Возвращаюсь я домой. Решила пройтись пешком, прогуляться. Как вам моя новая причесочка? Ой, не знаю, Ашка ему может не понравиться, но что коротко, но мне нравится. Как-то так мне комфортно, быстренько-быстренько все сделаешь. Покрасить можно самой и все. Погода у нас замечательная, жара. 30 градусов, друзья, 30. Лето в разгаре, так приятно. Ну, вечером не надо, прохладно. Вот такие вот дела. Иду домой. Вот так, если пойти... Нет, это не здесь. А, точно. Выехать, то попадете на зумбу. Но я зумбу забросила. Почему забросила? У меня вечерами идет активное обучение. И просто я не могу его пропустить. Хватит, я отдыхала все лето. Сейчас прямо так и требуется чему-то научиться. Столько нового каждый день появляется в жизни, что за все хочется схватиться и потрогать в ближайшем будущем. И все использовать. И знаете, что хочу вам рассказать? Что сейчас уже NFT, крипта не актуальная. В каком смысле? Актуальная, самый такой бренд, это метавселенные. Виртуальный мир другой. Вот. И наша платформа тоже запускает свою метавселенную. Мы готовимся активно, столько промоушенов, столько чего интересного. Скоро будет конференция у нас. Насчет конференции и поездки я даже не знаю еще. Я очень хочу попасть туда. Сомневалась сначала, потому что это стоит немалых денег. Видите, какой мрамор. Все тут. Плитка. Вот такой мне нравится в прихожую. Вот такой вот. Ну, это в будущем все. Сейчас это не актуально для меня. И насчет поездки моей в Кемер, да? Очень хочу. Поставила цель, рисую нейрографику на эту тему. Потому что я должна быть там. Вот. И всему. И все. И поэтому очень стараюсь. Самое главное, знаете, что поставить цель... Цели так исполняются, когда вы что-то проживаете в свою цель в себе в данный момент, происходит в это время квантовый скачок, и желание 100% исполнится. И как чаще вы будете в нем визуализировать это желание, тем быстрее оно исполнится. Друзья, это работает.
Друзья мои, и вот я дома. Посмотрите, такой я купила флажок. И здесь написано «Ата», мой личный. Так приятно. И знаете, что, когда я заходила сейчас во двор, ну, в одной несла вот такие сумки. Покажу сейчас, давно не показывала распаковку. А другой махала флажком и мужу моему, потому что я вообще забыла, где я была и вообще, зачем я пришла. Я совсем забыла, что у меня же новая причесочка сегодня. Вот, видели? Видели? Вы, наверное, соскучились? Меня давно не видели. Оп! Оп! Друзья мои, сейчас расскажу вам кое-что. Купила я флажочек такой, скоро праздник. Покажу, что купила. Ну, естественно, такая ситуация у меня, потом расскажу, все расскажу. Купила я термос. Черненький купила термос. Думаю, блин, сколько бы уже этих термосов купили. Ну, нужно. Купила вот такие хрустики. Печенюшку для анемчика свекрови. Купила, знаете, готовый уже есть шоколадный соус. И лучше, чем что? Чем какао. Купила я вот такое себе. Я так хочу кушать. И когда я выходила сегодня. Ладно, руки помою потом. Так. Купила я себе принадлежности. Очень много ручек. Фломастеров буду рисовать. И толстые, и тонкие. Все. Клей там. Много хватит. Купила себе такую. Так, воду купила, вода 6 лет. Так, что я купила? Я зашла в Carrefour, в Migros, хотела купить нутовую муку, но не было. Купила вот такую рисовую. Ну и 2 штуки, конечно, купила. Зашла в Gratis. Куда я зашла? Куда-то я зашла. А, вот в такой магазин. Зашла я туда и купила себе хорошие вещи, да? А я к терпюсю. Она качественная, деревянная. 45 лир. Купила лак для волос. Не знаю какой, но думаю, чуть-чуть маленький. Очень ультра. Ой, видите, не вижу я вообще. В магазине я вообще цены не вижу. Я вот так вот посмотрю, вот такой свет. Они специально делают, чтобы не видели. Знаете, иногда такой свет устанавливают, чтобы люди не видели люди цены. Купила себе такой лак. Вот это покажу потом. Купила вот эти принадлежности для волос. Брызгаю, когда я после ванны, их брызгаю, они смягчают, очень хорошо расчесывают. Ну, ничего не купила, ну, деньги потратила. В принципе, да, купила 2 пачки. Так, посмотрим. 500 лир это где-то все. И купила 2 помады. Вы знаете, почему я купила? Они дешевые, по 50 лир. Мне просто интересно, подойдет мне такой цвет или нет. Я никогда не красилась таким цветом. А хоть вот, ну, хочется попробовать. Нет, кому-то подарю или выброшу, да, если мне не подойдет. Ну, просто интересно. И вот такой взяла. Они немножко похожи, но не похожи. Вот. Вот, видите? Хочу попробовать. Так что вот такие у меня покупки. И вот это вот купила. Что это? Знаете что? Я сейчас не шью, потому что когда я ездила в Батуми и погладила вот это, хотела платье погладить у мамы, приложила утюг, смотрите, у меня оно как схватило здесь. Видите? Вот в этих местах. Я аж прям плакать стала. Я так, сейчас я ношу, его не видно, ну, думала, ну как можно переделать, потому что здесь такая у меня работа, смотрите, так все красиво, так все сделано, я эту, помню, как пришивала саму резиночку, не то, что она у меня по отдельности, трудно было, и иголка ломалась, но я это сделала. И сейчас я что придумала, купить какой-то манжет или такую ленту, и залатать, сделать себе такое здесь вот, сверху, естественно, на 2 рукавах. Но
Это будет узкое, и надо будет второе пришивать. А может быть, я из ткани, я посмотрю, осталась у меня ткань, что-то из ткани сделаю. Но если тут делать на рукавах, нужно и здесь тоже такую тоненькую. К сожалению, такого цвета нет. Но у меня какого-то цвета там есть похожего, не помню. Надо проверить. И вот из-за этой одной вещи я зашла в магазин, а купила вот столько. Ну ничего, это тоже пригодится. Все, мои дорогие, сейчас у меня через полчаса будет важный вебинар. А сейчас я должна пообедать, приготовить кушать, потому что мой муж праса не кушает на второй день. Буду есть я сама. Ну, а вы ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорой встречи. Надеюсь, что скоро я буду очень часто быть у вас на Ютубе. Но сейчас вот пока так, да. Пока-пока.